Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Гримрок, то есть легенду Гримрока, естественно. Ну, вы поняли. В последней серии, как вы помните, мы огребались под конец уже в саму серию, мы довольно-таки неплохо тут осваивались, более-менее привыкли к управлению, но вот тут вот, после того, как вставляешь новый глаз, появляется злобный дядька с щитом, и я подумал, как-то я слишком закостенело с ним дерусь, то есть нет, чтобы крутиться вокруг него. Я же за счет скорости в основном рулю. Поэтому сейчас, я думаю, лучше как-то вот так. Куда пойдешь? Сюда? Да, блин. Только управление вспомнить надо. Ну, куда пойдешь? Запутался? Слабак. На тебе. Ой, блин, откуда вы такие беретесь? Так, тихо. Хорошо. Ударил, отошел. Вот эта тактика нам спасет жизнь, я так понимаю. Так, тихо. Тихо. Блин, опасный парень. Так, чуть-чуть огребся он. Ну и мы тоже неплохо отхватили. Я что-то не знаю, как-то он совершенно не хочет дохнуть. Сбоку он хапнул, надо сказать, гораздо больше, чем мог бы, если бы мы били спереди. Ну, как бы там ни было, нормально. Потихоньку, помаленьку огребает. Так, куда пойдешь, ко мне? Или сюда? Что-то запутался, похоже, да? О, кританули, хорошо. Нравится? Скотина, тебе за то, что ты Сигала нашего убил в прошлой серии. Хорошо, еще раз кританул. Так, отлично. За это, я думаю, за то, что Сигал в свое время очень неплохо пострадал, мы ему сейчас дадим это копье. Так. Пусть, как говорится, машет. Так, щит, ой, щит, говорю, факел у нас все равно потух. Так, щит, теперь щит тебе поставим вот сюда. А тебе поставим кинжальчик. Тебя, если что, мы будем вот так вот менять. Вообще, я как-то в первых двух сериях, надо сказать, довольно-таки не освоившись, играл коряво. Сейчас будем стараться сделать как-то получше все. Так, ты покушай у нас. Ты у нас сытый. Надо Ван Дамку покормить. На вот этот поешь. Это, наверное, вкусно. Это от улитки осталось. Слизистая такая. Ох, пакость. Как раз то, что ты любишь. Так, ну и Сталлоне тоже. Извини, это не итальянская пища, конечно, но тебе пойдет, я думаю. Так, теперь сохраняемся. Нормально у нас получилось. Так, просто так я от балды называю. В итоге у нас открылся проход сюда. Тут у нас что-то есть. О, мы глаза можем забрать. Ну-ка. Дверь не закрывается, это отлично. Ладно, пригодится. Продадим кому-нибудь. Интересно, тут ей можно кому-нибудь продавать? Я думаю, нет. Ну да ладно. Ой, что-то мне не нравится свет оттуда идущий. Да и дверка тоже особо не внушает. Свиток. Так, свиток. Железная дверь. Великая награда может быть найдена за этими дверями. Чтобы получить доступ, смотри внимательно для за маленькими деталями. Так, ладно, маленькие детали. Не знаю, какие маленькие детали, может кнопочку нажать. Ну, давай работай, хоть что-нибудь пусть произойдет. Я хочу прекрасную награду, великую награду. Дайте мне, пожалуйста. Но нет, тут нечего использовать. Может, на стенках? Вот. Вроде ничего не произошло. Ну-ка, на этой стенке. Вот, вижу. Так, хорошо. Секрет нашли? Ну, это было просто.
Так, тут у нас посох. Посох у нас заберет себе Вандам. Требуется спеллкрафтинг плюс один, а у нас спеллкрафтинг 0. Но в следующий раз мы поднимем фаер, когда у нас поднимется уровень. Так что пока что, ну пусть будет. Я его, наверное, даже на куклу могу надеть. Все равно, как бы, нет, не могу надеть. Ну пусть лежит. У него уже две вещи, которые мы скоро сможем использовать. Сколько там, кстати, показывается? Нет, сколько до следующего уровня? А, вот, 343. Хорошо. Так, и свиток еще один. Он, наверное, тоже тебе. Этот магический посох, мощное оружие, которое, короче, для магов. Отлично. Мы нашли то, что нам нужно. Так, теперь нам нужно сохраниться по-любому. Потому что Ван Дам, кто у нас получил крайне неплохое оружие. Один Сталлоне у нас в лузерах ходит с ножиком перочинным. Это что такое? Игра сохранена. Это как сохранялка какая-то, что ли? Ну ладно. И лечилка, похоже, да? Так, что за свиток? Восстанавливает жизнь. А, понятно, это описание вот этого кристалла. Восстанавливает жизнь и сохраняет игру. Ладно. Так, мне бы как-нибудь поудобнее это все сделать. И вообще мне нужно как бы вот так, потому что я в темноте уже запарился ходить. Вам-то вообще, наверное, ничего не видно будет. Так, свиток ядовитой тучи. Магии земли плюс 2. У меня вообще по нулям. Ну, блин, дайте мне что-нибудь для льда, я не знаю. Это печально. И что, у нас спуск ниже? Первый этаж, я так понимаю, мы прошли. Ну, натуральный Диабло, да? Это, по-моему, офигенно. Тут, надо сказать, жутковато. Какие-то бочки. Я могу с ними что-нибудь сделать? Улитка. Улитка. Улиток я не так уж боюсь. Ничего страшного нет. Так, по стенам надо внимательнее смотреть, чтобы не пропустить опять какую-то секретку. Так, ну что? Нате вот так вот. Ох, нехило это бьет копье. Так, только, блин, попасть еще надо. Хорошо. Все, забываю передвигаться. Это нам нехило так помогает. Ну ладно. Так, тут мы куда-то идем. Давайте-ка мы сходим сначала в ту комнату. По карте я вижу, что это закрытое помещение. Так что туда нам будет, я думаю, в первую очередь лучше сходить. Так, еще от улитки. Виллис у нас в основном брюзко таскает с собой жатву. Так что ладно. Такой вот он у нас. В основном все потому, что ему достается. Да, он у нас счастливчик. Давайте вот камешки подарим в Сталлоне, чтобы он не горевал. А жатва вся у Виллиса. Так. Ну ладно. И все, что ли? Кто там так протяжно воет в этом подземелье? Так, ладно. Давайте теперь... Да хватит выть. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. Так, что-то как-то стремновато тут надо отметить. Блин, была бы кнопка быстрого сохранения, или я чего-то не нашел, не знаю. Так, кстати говоря, как-то есть там быстрые ключи вот на это оружие? То есть там единицу, двойку, допустим, нажимать. Это бы мне очень помогло. Так, 1, 2, 3, 4, может так? Нет, это инвентарь. Возможно...
Нет, похоже, только мышкой бить придется. Ну ладно. Какие-то врата сюда, судя по всему, нужен ключ. Шо? Какие-то, я не знаю, коренья поросли. И довольно-таки жутковато что-то в этом на втором этаже, как-то натурально уже. Я, казалось бы, столько хорроров прошел, но все равно чем-то цепляет. Так, там у нас улитки, я слышу. А тут у нас что? Тут у нас, похоже, небольшая комнатушка просто, в которой опять какая-то тряпье какое-то. Ну-ка, Сталлоне, давай-ка ты приоденешься у нас. Подожди. Давайте вот тут лучше на него наденем защиту плюс 2. Все-таки он у нас основной удар получает. Ага. Так, это что? Сила атаки 7. У этого сила атаки 10. У этого сила атаки 12. Так, 7. Вот так пускай будет. Этот ножик перочинный мы оставим. Так, штаны. Штаны тебе, Сталлоне. Будешь ты у нас теперь в штанишках гулять. А эту рванину. Хотя. Блин, я не знаю. Он наши штанишки не носит. Давайте мы. Блин, куда она подевалась? Вот же. Короче, эта рванина особо никому не нужна уже. Зато тут есть кусок какого-то мяса, что ли. Ох, ну ладно. Секретиков нет по стенам. Вроде не видать. Ну ладно, не зря сходили. Ничего не оставил там. Кстати, кого-нибудь запереть можно будет. Если кто-то сильный придет. Ой, ёлки-палки, кто такой? Ой, ты еще и швыряешься. Ты же швыряться умею. А! Блин, хрен куда вернешься. Ну ладно, давай драться. А, драться давай. Да, бля. Так, один минус. Второй. Ай, да блин. Ах, скотина. Да, надо привыкать к мясу. А, блин, кто-то умер. Брюс Уиллис убили. Так, давай. Скотина, надо было. Да блин, не то, все не то. Ну что ж ты делаешь? Давай, убивай уже. Что-то у меня, блин, залипла эта долбанная кнопка. Он просто, я не знаю. Я не знаю. Не захотел, короче говоря. Так, ладно. В этот раз у нас Уиллиса первым делом убили. Надо сказать, что это довольно-таки непросто. Надо что-то с ними придумать. Против них, я думаю, магия подошла бы. Так, давайте это все по-быстрому подберем. Это тебе. Что-то еще хорошее было. А, ножик и штанишки. Штанишки тебе. Это, блин, ну давай, ладно, пусть тут лежит. Ножик, опять же, скажем, вот тебе. Это пусть тут лежит. Хорошо. Кусок жатвы. Пусть тут лежит. И сейчас надо будет его просануть по-быстрому. Так, сейф. Сохраняемся. Ой, тут большой папа пришел. Тихо. Ступаем потихоньку. Да, блин, что копье не попадает. Так, спокойно. Блин, я в угол себя загнал. Сам себя в угол загнал.
Так, этот минус, допустим. Берем мясо. Там второй идет, по-моему. Так, давайте-ка мы попробуем пока вроде как тихо чуть-чуть вздремнуть. Потому что как минимум одна победа — это уже хорошо. Фу. Не самая простая игра, надо отметить. Блин, почему я все время сюда сохраняюсь? Ну да ладно. К управлению еще нужно бы привыкнуть. Да блин. Да что ж ты неприятный-то такой типок? Да что ж ты, я не попадаю-то? Так. На. По всем сразу попадаю. На. Блин, он убить сейчас может. Фу, подняли уровень. Не знаю, почему в первый раз его было так сложно убить. Возможно, потому что я не понял, что это такое вообще, и просто удивился. Но второй раз полегче пошло. Так, для начала мы поднимем уровень. Тебе ты у нас пользуешься дубинами. Хотя ты у нас, конечно, лучше бы пользовался мечами. Блин, может меч прокачивать? Или, может, все-таки Мэйсис, как раз которым мы сейчас пользуемся. Ну, как минимум, вот так давайте. Так, атлетика это у нас дает. Это, ну, увеличивает силу урона, это увеличивает защиту. Так, и так. Я думаю, будет нормально. Хорошо. Так, теперь ты. Ты у нас с копьем. А тебя мы качали на секиры. Ну ладно. Так, в принципе, у тебя по ударам-то неплохо. Давайте мы сделаем плюс сюда, плюс на броню. Вот так вот от тебя убивает первым делом все время у нас почему-то. Да, в принципе, интересно, к чему это копье относится? Мэйсис или... Тут вообще такого нету. Вообще таким не умеет, что ли, пользоваться. Сложно сказать. Так, ну давайте тогда атлетику еще на вот так поднимем. Это у нас в итоге дает бонус. Хорошо. А у вас-то скоро поднимется? Нет, мне охота, блин, магию уже какую-нибудь. Ну-ка. Половина еще до следующего уровня. Да, они, походу, долго будут набирать вот эти вот так, как они в конце стоят. Это печально. Так, ну давайте поспим. Я не знаю, как-то их менять надо, жонглировать. Подожди, это что такое? Жутковато. Что происходит? Коллективный сон. О, я тебя знаю. Я знаю, что ты видел. Или ищешь. Ищи меня внизу, и я помогу тебе. Я могу помочь тебе. Хорошо. Это становится все интереснее и интересней. Ни хрена, аж приснится такое, да? Обалдеть. Так. Хорошо. Ну, пойдемте дальше, что ли? Ничего себе, как говорится. Кстати, надо бы поднять было. Блин, там еще один такой же мелкий. Ненавижу этих тварей. Самый пока что нелюбимый. Блин, а как защищаться, интересно? Блок можно как-то сделать? Навряд ли, конечно. Вот так вот будет с тобой проще. Блин, они сносят сколько? Вы видите, это же обалдеть просто. Просто обалдеть. После каждого врага приходится всей компании прислониться к стенке, подышать, поспать. Ну да ладно. Казалось бы, да? Брюс Уиллис, Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам с какими-то грибами не могут справиться. Это печально, по-моему. Постарели, постарели наши герои. О! Брюс Уиллис, ты нашел свой меч.
Это хорошо. Блин, если бы я знал, что тут будет меч, я бы просто вкачал все. Ну да ладно. Жизнь состоит из ошибок, как говорится. Так, ну что, твое копье, в принципе, пусть остается тут, а эту дубину, я даже не знаю, блин. Аккуратность минус 5 у нее, но у нее урон больше, чем... Ладно, пусть пока вот так все будет. Так, никто не голоден, жрать никто не хочет. Самый голодный, как и обычно, Сигал, ну такой боров какой, да? Здоровенный. Так, сохранимся. Наконец-то мы нашли нормальное оружие, брюски. По стенам ничего вроде нет. Это что? Компас, что ли? Да вы шутите. Так, для многих старомодных приключенцев и исследователей даже острый меч в острый не так важен, как этот компас. Ну ладно, а как его использовать-то? То есть его поставить как-то надо? Сомневаюсь. Ну-ка, допустим. Ну так он показывает, в принципе. Но, блин, зачем это нужно, когда карта есть? Вот если бы я проходил на олдскуле, то, возможно, это нам что-то и дало бы. А так? Так, ладно, что-то я куда-то пробежал. Тут у нас ничего нет. Вроде как ничего. Ладно. Хорошо. Где у нас тут было? Хорошо. Сохраняшечка. Ключик у тебя. Не очень хорошо. Не очень явно. Так, убежище слева, клетки справа. Это вот эта клетка, что ли? А убежище? Я чую очередной секретик. Да-да-да. Секрет нашел. Блин, что-то мне везет на секреты. Так, тяжелая броня. Про защиту плюс 8. Уклонение минус 10. Без навыка тяжелая броня. Ну, то есть умение тяжелой брони. У меня такого навыка, по-моему, нет. У меня уклончивую, наоборот. И плюс 6, когда я вообще этот балды ставил, ну, как вы знаете, я делал первый взгляд, торопился. То этого тоже особо нет никаких бонусов. Ну, по крайней мере, интересная шайба налезет, это нет. Так, куда она подевалась-то? Вот пусть у тебя будет такая защита. Хорошо, явно не зря. Пока что у нас в основном рулят Виллис с Сигалом. А эти сзади просто за компанию ходят. Ну да ладно. Тоже вариант, да? Улитка. Так, давайте, знаете что? На этом, я думаю, прекратим эту серию. В следующем пойдем дальше по подземелью. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.